Друзья, всех приветствую. Это видеоответ моему зрителю, который заинтересовался этим набором. Я не знаю, он подписчик или нет, но так или иначе, вот хочу показать подробности. Почему-то его заинтересовали эти насадки гаечные. Это ударные гаечные насадки. Здесь с 13 мм до 24 мм. Такие вот они черного цвета. Также здесь вот есть переходник под квадрат. Здесь вот подбиты. Такой шестигранник здесь. Такой типа цангового зажима. Здесь вот вставляются биты на квадрат. То есть это тоже ударная насадка. Все подписано фирменной надписью. Также здесь вот есть непосредственно сам квадрат с шестигранником, шуруповерт. Допустим, 21-миллиметровая головка. Вот такая вот она. Если ее, кстати, сравнивать с 13-миллиметровой, то смотрите, вот у этой такой фаска здесь конусная на сужение, а у этого нет. И у всех остальных тоже почти нет. Ну, то есть у крупных нету. Вот покажу сейчас. Они такие квадратные. А вот у этих... А у этих вот есть сужение, да, то есть две вот без сужения, а две с сужением. Здесь отверстие, здесь снята риска, лыска под вот этот вот, непосредственно под эту кнопку крепления. Она такая достаточно мощная. Вставлять надо непосредственно вот прицеливаясь вот под нее. То есть вот так если вставить, то застрянет у вас очень сильно. Вот эта вот часть, ее будет сложно вытащить. Если правильно вставить, вот здесь отверстие, отверткой через отверстие отжимается вот этот вот фиксатор. Состояние вот такое вот оно, трущихся частей, видите какое. Здесь евро, так скажем, шестигранник под евро посадку, то есть азиатский немножко другой, длиннее. Так что вот этот набор может не подойти на некоторые азиатские модели. Китайские, японские, там, не знаю еще какие. То есть это евро посадка. Коротенький, видите? Вот этот шестигранник здесь. Вот так защелкивается. И вот получается такая насадка. Вот. Здесь зафиксированы очень плотно вот в этих вот нишах, ложементах. Все вот эти вот. Они не выпадают. Сейчас покажу. Вот, перевернуть. Они не выпадают из кейса. Кейс так себе, сразу говорю. Вот здесь это отколется когда-то, 100%. Он такой весь модненький, чистенький, слегка прорезиненный. Но мне кажется, это понты. Здесь вот есть вот такая вот для подвеса. Где-то в бургерском, наверное, гараже аккуратненько оно должно висеть. Вот так вот аккуратненько это должно открываться, доставаться. Но, как правило, это применяется, наверное, где-то в механизмах различных, да, в большей степени. У меня применяется это на стендах выставочных. То есть мне приходится иногда скручивать большие болты, гайки, когда собираем сцены. Я уже показывал в прошлых видео, загляните, кому интересно, подробности. Вот применяем такие вот. Вот этот размерный ряд как раз подходит именно мне. Поэтому такой наборчик с собой таскаю. Ну, он всегда может продавиться. Здесь вот надпись фирменная. Он может развалиться, в общем. Вот это вот не совсем надежно. Ну, кейс это кейс. Кто-то, наверное, плевать хотел на эти кейсы. Он, так сказать, бросит навалом вот эти вот вещи-то себе в ящик и пользуется. Причем, чтобы после работы уложить это все, надо бежать за отверточкой. Вот это вот дело отжимать. Сейчас покажу. Причем надо за тонкой отверточкой бежать. Вот. Потому что лезет только тонкая сюда. Толстая уже не подлезет. Вот видите? Вот так вот. Вот я на примере бита показал. Вот. Вот так вот это дело вдавливается. И достаточно с усилием надо все это дело поймать момент. Вот так. Раз. Разобрать все и уложить. Ну, обычно как вот, допустим, какая-то последняя, допустим, была деталь, которую разбирали или собирали при помощи головки, уже надетой, вставлена в винтоверт. То есть мы не заморачиваемся вот разборкой там укладкой обратно в комплект. Оно так и остается в самом шуруповерте, собрано. И одной нету. То есть, ну, потом уже, когда порядок наводишь у себя в инструменталке,
разбираешь, кладешь все на место. Потому что в следующий раз другая насадка понадобится, и лучше уже приступить сразу со свежего состояния, как вот оно выглядит. У Боша есть особенность, все вот эти шестигранники, когда ложемент кладешь, они вот так вот не вдавливаются. Надо вот так вот, стоя, ловить момент, вот так вот, вот смотрите внимательно. Надо вот так вот класть и укладывать потом. То есть напрямую он сразу не ложится. Вот такой набор, так что имейте в виду. Всем спасибо, всем пока.